Вот это я 164 сантиметра. А это гермосумка, которая складывается по крафт, коврик, весло одно и спас-жилет. Наверное, многие знают, как гермосумка собирается, складывается, но я хочу показать для таких, как я, потому что я впервые увидела гермосумку. Сюда потом можно складывать вещи. Смотрите, вот так вот собирается, все вещи внутри. Мы складываем край к краю, заворачиваем. Не переживаем то, что сейчас здесь много воздуха. Я потом вам фишечку одну покажу. И поперечными потом надо тянуть будет. Мы застегиваем, я все знаю. Здесь застегиваем. Смотрите, как она у нас на глазах. Нет, что-то неправильно. Воздух надо сначала. Нет, ну смотрите, можно по-разному сделать. Конечно, знающие люди меня тут начнут упрекать в незнании, но я все знаю. Здесь у нас находится обратный клапан. Мы его приоткрываем, нажимаем, и смотрите, у нас воздух выходит. Воздух выходит. И у нас она съежится до размеров вообще маленьких-маленьких. Можно надевать как рюкзачок. Она очень легкая и весит с ковриком 5 кг. А без коврика аж 3,5. Потом сумку можно прикреплять на покрафт, когда вы пойдете по реке, и туда складывать все вещи, и они не промокнут.